В поселке Белый Хутор за безопасностью жителей следят умные домофоны. Несколько тысяч южноуральцев уже пользуются новыми системами видеонаблюдения за подъездом и двором. Подробнее о первых отзывах и возможностях устройства расскажет Леонид Кривичев. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Курьерскую доставку обуви заказывали? Да. Заходите, пожалуйста. Без опаски Вадим Штатнов пускает курьера в подъезд благодаря видеодомофону. Южноуралец признается, еще месяц назад любой прохожий мог представиться доставщиком и попасть в дом. По видеосвязи через смартфон обмануть жильцов уже не получится. Это очень хорошо позволяет контролировать, кто ко мне пришел. Член семьи, курьера или какой-то посторонний человек. Мы очень рады, что компания «Ростелеком» нам так в жизни помогает. Добавляет уюта, комфорта. И удобство. В поселке Белый Хутор в 13 километрах от Челябинска компания «Ростелеком» установила видеодомофоны на всех подъездах. Более 15 камер наружного видеонаблюдения следят за безопасностью жителей. Домофоны имеют антивандальный корпус с защитой от взлома или кражи. А двери подъезда можно открывать без ключа из своего личного кабинета или из приложения «Ростелеком Ключ». Умный домофон – это всего лишь часть цифровой экосистемы «Ростелеком Ключ». Для жителей микрорайона доступны такие сервисы, как умный домофон, умный шлагбаум, консьерж-сервис, Wi-Fi во дворе, комплексное видеонаблюдение и, конечно, умные счетчики потребления услуг ЖКХ. В Челябинской области умные домофоны от компании «Ростелеком» уже используют несколько тысяч жителей региона. Леонид Клеменчук, Павел Головин, ОТВ.